Площадь Славы в надежных руках. Эти люди в зеленых беретах и фуражках привыкли смотреть в оба. Сотни действующих пограничников и офицеров запаса собрались вместе. Многие с ностальгией вспоминают срочную службу. Ночами снится и тянет туда как-то. Не зря говорят, она как-то. Сердце уже остается. Для нас это уже как семейный праздник уже стал для нас. Как бы. И жена, и дети все знают, и все уже отмечают как бы это. Как сказать, как второй день рождения становится. Служить в погранвойсках мечтают многие призывники, но новобранцев уже не берут. С 2005 года пограничная служба в полном составе переведена на контрактную основу. Теперь пограничником может стать только хорошо подготовленный и дисциплинированный офицер. Служба в армии давала хорошую мужественную подготовку, физическую подготовку. Каждый пограничник был горд, охраняя большую, самую большую страну в мире. Память погибших товарищей пограничники почтили минутой молчания. Дальше возложение цветов к мемориалу воинской славы. В честь 97-й годовщины погранвойск несколько человек получили награды. Пока бойцы на посту, страна может спать спокойно даже в день пограничника. Павел Баймаков, Константин Головин. События.